Ну что, привет, друзья! Приветствуем вас в новом влоге. Дэннет. Рады вас всех видеть. Сейчас наступает уже весна, почти лето, и совсем скоро влогов будет намного-намного больше. Ты, кстати, место очень выбрал хорошее, живописное. В общем, сейчас для вас сюрпризик. Хотя по названию картинки видео вы все уже знаете. Нет, так ты шары-то свои открой. Я хоть. Не могу. У нас фотосессия. Она шары открыть не может. Настя, солнышко, еще красиво. Одна фотография. Еще одна фотография плюс. Кстати, кто не видел, у меня на стене, посмотрите, там про Настю целый этот пейзаж. Про свою любимую. Это капец. Негодяй, блин. Я тут про свою любимую пластик сделал. Блин, это не ты сделал, это сделал Макс. В смысле? Это не ты сделал. В смысле, не? Я знаю, что это он. На моей странице. Паш, ты что, офигел? У тебя руки холодные. Да, холодные. Ну смотри, как холодно. Паш, ты что, офигел? Да блин, вот это что? Блин, вот это. Хорошенькая. Ты Паша. Паш! Пипец! Моя любимая зато написала. Мне вот это больше всего нравится. Вот я злюсь, а вот это покажи. Нет, не надо, убери пока. Вот это вот я посикать села. Посикать. Нет, это вспомни. А мне кажется, я... А я без трусик. Помнишь? Так, это Кали. Привет! Бойся. Какие? Иди поближе. Привет, тебя как зовут? Это Ларгу, да? Блин, он такой прикольный. Он вообще такой пушистик. Так, сейчас будет эксперимент. Настя поедет на упряжке. Главное, не отпускай нарту. Вообще ни в коем случае. Упадешь, держи нарту. Там пузи поедешь, не отпускай. Блин, это вообще страшно. Я думаю, тут как ребеночек поеду. Экшн. Паш, не хочешь ты первый, потом я? Нет. Но почему нет-то? Блин, мне очень страшно. Мне просто так страшно, что я не знаю, какую-то машину веду. Главное, не отпускай, но вроде сам кайф. Не-не-не, поворот. Маша поможет там, если что. Там поворот самый кайфовый. Сделал! Дал Насте посмотреть, что я смонтировал челлендж, концовочку. Я убил. Ты сначала знаешь такое же. Так, кто не видел этот челлендж, посмотрите, честно. Вообще нечестно, потому что ты монтируешь всегда всякую фигню такую про меня. Надо, чтобы мне тоже монтировало и про тебя всякое. Они существуют и просто... Где этот кадр самый? Делаем картинку. Смотрите. Паша, это порно какое-то. Да-да-да-да-да. Какие есть. Я хочу уже в какой раз написать поздравление для девчонок. И вот Паша меня снимает. Но, блин, у меня прыщ на лбу, я не могу записать его, он меня бесит. Так что, девчонки, желаю вам, чтобы у вас никогда не было прыщей на лбу. Потому что это самое ужасное, что может быть. Блин, постоянно вот так вот один скотчет и все. Он бесит. Какой день. Мы видео не можем из-за этого снимать, понимаете? Мы не можем, да. Просто из-за того, что баба понтуется, мол, прыщ. Я не знаете, буду... еще как замаскировала? Я там тонну просто тонального крема вылила туда. Его все равно видно. Представляете, если бы я не вылила? Это был бы ужас. Помню, я как-то раз на тебя вылил. Паш, выпекись. Вообще, вообще
знаешь, как страшно и прикольно. Страшно? Ну да. Что-то мне кажется, там скорость такая, нет. Попробуй. Нет, на тормозе очень неудобно было. Ты совсем забыла о тормозе, да? Да, я даже не тормозила вообще. А? Ну как? Прикольно вообще. Познакомим наших девушек. Самая дебильная. Салат. Ну, ты мать. Да? Салат любишь? Сколько ей? Ей 4 года. 4 года. В июне будет. Самая беспощадная собака, видишь, уже в кровяке помылась. Нюха, не надо, нюха, не надо. Бери за ручки ее. Вот ты маленькая. Рот не открывай, а то гланды пощекотишь. Если длинный. Так, друзья, это Рика. Да, еще раз. Рика! Рика у нас красотка, хорошая, добрая. Да? Только она почему-то вся в крови, и это подозрительно. Это Бьорн. Да? Бьорн, приветствую вас. Вы такой взрослый, прям крутой, прям. Офигенная расценка. Ой, расценка, говорю, расцветка. Просто. Все, успокойся. Молодец. Здесь Бьорн, этого нет. Этого. Первого. Не. Умка. А, умка. Поцеловал? Ну, давай еще раз, покажи нам. Верник. Все. Поймал кайф. Пушки прижал. Терпаемся? Да, такие вот и собаки. Да. Ну-ка, сейчас поцелуй. Слова? Вообще спокойная, да? Или спокойный? Смотри. Надо прямо сейчас спокойно. Я подошла, она спокойненько. Знаете, вот мы до этого все думали, что хаски неисправимые, они такие прям слишком озорные, иногда чересчур уже надоедает это. Прямо хочется спокойствия. Вот, пожалуйста. Абсолютно спокойные хаски. Точно. Это он или она, Настя, пытается все проверить. О! Он или она? Так. Непонятно. Непонятно. Это мальчик так-то. Мальчик? Да. О, пацан. Пацан наш. У нас сейчас вся история забита хасками. Так что подписывайтесь на инстаграм Настюхи. Она все их снимает, к ним подходит, целуется. Не стыдно, ребята, за прошлые видео наши с лета, особенно где я плююсь. Мне очень стыдно. Блин, фу, просто. Как я это могла вообще делать? Это была не я. Самое главное, что мы это еще выложили. Нет, знаешь, в наших видео какой это прикол. Это трэш. Нам, конечно, сейчас смотреть даже и стыдно маленько. Но с другой стороны, блин, мы прикольные, натуральные, хорошие, добрые, да? Ну да, такие, какие есть, в принципе. Такие дауны, да? А тебе-то смешно. Так ты реально, ты посмотри на себя. Вот так вот мы живем, ребята. Такие вот мы чокнуты. О, ужас какой-то. Это вообще нельзя показывать, это должно быть просто в наших каких-то личных архивах. Чтобы люди думали, что мы адекватные на самом деле. А там уже 500 000 человек посмотрело. Уже неадекватно. Смотри на свое лицо вообще. Так я это просто показал. Кстати, замечали то, что Настя смеется? Как не она надо, смеется? Неправда. Вот даже сейчас только что было чуть-чуть. Ты иногда пытаешься скрыть, а на самом деле все слышат. Ты смеешься. Как ты так? Как мотор заводится. Вот что. Не так. Я вот так. Вот дауны. Это Мэгги. Ей 1.5 года, она маленькая все еще почему-то. А их вообще как бы с детства прям тренируют, чтобы они... До года дождаться. В костях сформировался, чтобы ничего не искривилось, кости, чтобы все нормально. А ты мне что-то целуешь? Ой, ты Майк. Я уже испугался, думаю, у тебя так... Ну ты, мама хорошая. О, атаковал. Ой, ты крутой. Довольный.
Настя, пой с ними. Пой с ними свою любимую песню Ольгу Бузову дай. Давай, затевай. Ну давай попозорься на стихи. А тебя никто не целует. Мне вот он любит. Нет. Да. Меня все поцеловали, тебя никто не поцеловал. У тебя вообще прям целовается прям вся как нельзя. Она прям залезла на него. Она может на спину людей уронить. Люди падают. Да? Так. Зацелуют прям. Зацелуют. Мэгги. Щеночка. Такая красотка. Че, Мэгги вообще не целуется, да? Ну она такая, боевая дама. Да? Ну-ка, Настя, попробуй разведи боевую даму. Ты же у меня хорошая. Мэгги, Мэгги, смотри. Они любят, когда им получат. Да, ты ко мне сразу. Мэгги. Мэгги со мной поцеловалась. Настя, Настя, Мэгги со мной поцеловалась. Трудновато. Вот так вот. А ты лох, видимо, меня собаки-то больше любят. Эрика, привет, целую. Не, ну, Эрика, ты чё, она сказана, а вот Мэгги. Все, Настя выбрала себе пацана. Теперь новый ее пацан зовут Ларго. Ну, он, кстати, красивее меня, я признаю. Знаешь, я вроде на самом деле ничего, но... Блин, Ларго круче в 100 раз, конечно. Ларго, ты вообще просто космос. Он чемпион там уже, почти интернациональный чемпион чемпионов и так далее. Да? Просто сидит. Он заживет ее? Сходи срочно, помощь нужна. Кричит, кричит тебя, кричит, Настя, беги быстрее. Ты что, тебе грустно, что все уехали, да? Тебя оставили. Все уехали. Да, да, оставили тебя, бедняк. Да. Злится. Она копает. Да. Она просто любит нас. Скоро у него родятся дети. Маленькие детки. Прыгает ко мне. Вот, и не знаю, может быть, через сколько, через месяц у него будут дети. Угу. И вот, может быть, подумаю, может, возьмем. Напишите в комментарии. Обязательно подумаю. Мы, конечно, переезжать будем, но... Паша, ты готов? Да. А Паша-то с четырьмя поедет. Ой. Я надеюсь. Сейчас... Паш, лучше ноги вообще сейчас не ставь. Сейчас мы узнаем, мужчина, не мужчина. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, у нас Берн запутался, ну ладно. Пойдем встречать Пау, потому что это реально очень опасно. Мне было страшно. И это вообще нелегко. Паша разошелся. Вообще что-то, ну. Видишь, молодцы. Сильно не нажимай только. Молодцы! Молодец, Бьерн, распутался дальше по дороге. Как тебе? Ядро зарезки, я вообще не могу. Как тебе, понравилось? Ну, прикольно. Прям такое ощущение, США. Ну да, они, кстати, подустали. Я их что-то чуть-чуть, они иногда так, оп, потом, ой, лень становится, маленький. Ой, ты маленький. Все, сразу же, снежок кушаю. Ты что, Рика, кушаешь снег? Рика? Мэгги, красоточка, молодец, меня везла. Ну ты маленькая. Поедут еще раз. Молодец. Поехали. Молодец, Мэгги. Вы понимаете, что вот этот вот вид хаски маленький, особенный. Они очень дорогие. 120 тысяч. Да, 120 тысяч стоит вот такая вот собака. Это как уменьшенная хаски. Но она взрослая уже. Да, то есть это уже взрослая собака, выглядит именно так. Как маленький щенок. Мэгги, Мэгги, покажи себя. Ой, какая красивая. Все фотографии и вообще все организация, все вот это дело, вы можете обращаться к Оскару, да? Покататься, пофоткаться обязательно, обращайтесь, ссылка будет в описании.
Блин, вот сейчас почему-то захотела хаски. Да. Вот когда почему-то. После Джека, который прям бесится, прям вот, ну, вообще прям с ним тяжело. Тут, конечно, спокойные уже такие хорошие, покладистые собаки, крутые прямо, да? Ну, блин, вот тоже трудно, надо свою собаку воспитывать, чтобы прям... Да, в общем, если хотите хаски, это очень крутая порода, это очень хорошая, позитивная, классная собака, но если вы не будете ее воспитывать... Ой, горе, нахлебаетесь вообще! Но здесь есть такие собаки, которые действительно уже взрослые, они вообще спокойные, накатаются, нагуляются, сидят вообще спокойные. Да, очень умные. Да. Взрослые, адекватные. Ну что вообще, как думаешь, мы возьмем собаку? Ты бы хотел взять вот? В общем, вот после таких встреч с такими крутыми собаками сразу же прям ломается сознание того, что... Блин, так хочется собаку добрую, хорошую. Знаете, приходишь домой, она тебя поцелует, обнимет, там, поиграет с тобой, там, вот ждет тебя, понимаете, друг настоящий. Вот меня Наська так не ждет, понимаете, мы уже друг другу надоели. А вот собака... А, блин, это... А. Что я тебя жду, постоянно целую, а ты меня уже сколько нет. Ну иди сюда, мы поцелуемся. Да ладно, ну я хаски все равно, ну, тебя больше буду любить, наверное. Если. Все. Ладно, друзья. Я тебе все равно припомнила. Давайте. Всем вам счастья, здоровья. Собакам вашим счастья, здоровья. И, блин. Ну, в общем, я не знаю. Пока-пока. Thank you.